Друзья, доброго времени суток. Сегодня у нас 4 июля. Утро у меня началось неплохо. Вез малую в садик. И ехал по главной. И выскочили какие-то два колхозника. Малолетки на копейки, на белые. В общем, прям почти лоб в лоб. Мне выехали на мою сторону. Спасибо. Ну, получается, как бы вышел. От того, кого за рулем наклепал. Короче, дал ему там ребра отбил ему, руки отбил, морду побил. Вот у меня даже, видите, вот, не знаю, зубы, наверное, его. Ребята, у нас сейчас что-то резко стало портиться погода, такое ощущение, когда сейчас будет ураган. И вот на ужин готовим мясо, яйца для салата делаю, рис. Он еще в процессе, еще не готов. Ну а вот уже на выходе получилось, сейчас покушаю, где-то через часик поделаю прессик, может, сниму все его. Приятного аппетита. Все, друзья, на этом тренировочка закончилась. Такой вот у меня день. Завтра буду качать руки, трицепс, бицепс. Ну и так, как я сказал, пятидневочка. Суббота, воскресенье отдохну. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте.